Турции, и я нахожусь сейчас на древних развалинах. Добрался я до сюда пешком. Находится это от моего места дислокации где-то в 4 километрах. Это довольно-таки далеко, я вам скажу. Температура сейчас около 30 градусов, а время где-то, 7-7:30 утра. Почему я пришел сюда так рано? Потому что здесь пока не так много туристов, отдыхающих, и можно спокойно насладиться этими видами, которые здесь есть, и, в общем, посмотреть все это без лишних и посторонних глаз. Ну и также все это отснять и прокомментировать. Я, конечно, не гид, я об этом месте знаю немного, может быть, вообще не знаю, поэтому то, что я буду сейчас показывать и рассказывать вам, прошу судить, не судить меня строго, потому что я не знаю об этом ничего. Но, по крайней мере, вот эта вот старость и древность меня очень привлекает, поэтому я хочу об этом рассказать и показать вам. И погуляем по древней Турции. Поехали! Здесь, видать, что-то пытаются доработать уже металлоконструкции. Соорудили это. Ну, скорее всего, закрепили, чтобы не обрушилось с течением времени, потому что, видать, это уже очень шаткая конструкция и может в любой момент упасть. Поэтому вот такие металлоконструкции поддерживают ее до сих пор. Вот такой вот мини-амфитеатр, похоже. Люди здесь когда-то сидели и наблюдали за происходящим. Вот так вот. Маленький амфитеатр. Но это типа стульчик. Красота. Так, туристы начинают прибывать, так что нужно делать это как можно быстрее. Пока тут их не стало очень много, и они не заполонили всю эту архитектуру своими эмоциями, криками и шумом. Поэтому делаем это быстрее, смотрим и наслаждаемся. Ну а вот тут вот современные человеки строят, монтируют что-то.
Ну что ж, друзья, на этом я заканчиваю свою экскурсию по этим античным местам, по Турции, которую я раньше не видел и не знал. Ну, надеюсь, вам это было интересно, так же, как и мне. Думаю, я вернусь еще сюда не один раз и также вам советую посетить эти места. До этого места со всей Турции практически, ну вот с города Сиде, можно по крайней мере дойти пешком, как это сделал и я. Поэтому всем рекомендую побывать здесь. Ну, это интересно, по крайней мере, было для меня. Думаю, также будет и для вас. Ну, в общем, я сделал вам такую обзорную экскурсию, показал, из чего состоят. Еще, в общем, сделано это все, где это расположено, как это выглядит. Ну, а дальше вы для себя сами решаете, стоит вам сюда приезжать или нет. Ну, по крайней мере, для меня это было интересно. Я нашел чашу, которая находится внизу. Я думаю, это еще тоже остатки древности. Ну, в общем, тут тоже на полу, то есть это на берегу очень много всяких камней, которые также здесь лежат уже не первое тысячелетие. Так что приезжайте, смотрите. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Ленар на канале Перестройка 116. Все о стройке, все о ремонте, но также вот об этом самом. Пока! И теперь такой же долгий путь предстоит мне сделать обратно. Где-то я пойду пешочком, где-то я буду бежать, потому что вышел я на пробежку, когда в первый раз обнаружил это самое интересное место. Там еще где-то вдалеке еще есть одна заброшка. Пойду тоже туда схожу, посмотрю, может, что интересного и там есть.